В Мирном прошел ежегодный турнир по волейболу в памяти Николая Мангутова. Соревнования заслуженного тренера Российской Федерации проходили в течение 3 дней и собрали 15 команд Ленского и Мирнинского районов. О волейбольных баталиях расскажет Анна Винокурова. По доброй традиции открывает соревнования почетный гость турнира – родная сестра Николая Мангутова Людмила Домиранова. Мне очень радостно, что меня приглашают. Я с радостью прилетаю в город Мирный, конечно. Ну, проходит всегда на высоком уровне. Конечно, спасибо большое учредителям, спасибо большое организаторам, администрации города, района, администрации колледжа и спорткомитету, конечно. Среди женских команд наравне со взрослыми играли и воспитанницы детской юношеской спортивной школы Мирного. Юные спортсменки на турнире заняли 3-е место, а капитан команды Таня Зибаирова стала лучшим связующим соревнований. В общем, соревнования были сложные, так как играли женщины. Ну, дети, и было довольно-таки тяжело. Но мы собрались и как бы попытались выиграть большинство команд, которые могли. Настоящая борьба шла среди мужских команд. Прошлогодние чемпионы турнира, волейболисты из Ленска, завоевали бронзу. Серебро у команды ветеранов волейбола из Алмазной столицы. А чемпионами нынешнего турнира в памяти Николая Мангутова стали спортсмены Мирнинской сборной. По доброй традиции лучшему игроку турнира вручается путевка в семейное поместье Мангутовых на острове Ольхон в Иркутской области. В этом году обладателем приза стал мирнинский спортсмен Станислав Егоров. Приглашение он получил из рук родной сестры Николая Мангутова. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».